У Турции есть три предварительных условия для открытия границы. Как передает Бакир Хабар тюрколог Рубен Мелканян, комментируя заявление министра иностранных дел о том, что у Турции больше нет причин держать границу с Арменией закрытой, напомнил о том, что у Турции есть три предварительных условия для открытия границы. По данным армянских СМИ, вопрос Нагорного Карабаха, проблема международного признания геноцида армян, отказ от территориальных претензий к Турции или, по их словам, повторное признание Карсского договора является условиями для открытия границы, упомянул армянский тюрколог Мелканян. Комментируя слова главы Министерства иностранных дел Армении Арай Вазьян про открытие границы, Мелканян заявил, что министр иностранных дел пребывает в глубоком неведении или самообмане, потому что Турция никогда не отказывалась от своего другого предварительного условия для установления отношений с Арменией. Правда, Нагорно-Карабахский вопрос разрешился, но вопрос геноцида армян остается их политическим приоритетом, сказал Мелканян. Тюрколог убежден, что заявление главы Министерства иностранных дел в Национальном собрании о том, что если вопрос Карабаха больше не является препятствием, почему в таком случае Турция не устанавливает с армянами отношения, не только ослабляет позицию официального Еревана, но и говорит о превратных представлениях Армении об установлении отношений с Турцией. Турция постарается достичь максимума, видя слабое сопротивление нынешней армянской государственности, слабое состояние внешней политики, естественно, попытается выдвинуть второе предусловие и добиться решения этой важной для нее проблемы – отказ от международного признания геноцида армян, сказал Мелканян. А при наличии пленных говорить о развитии экономических отношений с Турцией Мелканян считает ненравственным поступком. С другой стороны, слова Арай Вазьяна опровергают слова позиции официального Еревана о том, что Турция агрессор. Так как, если Турция является, как гласят армяне, агрессором, и армяне подверглись этой агрессии, то зачем глава Министерства иностранных дел так торопится открыть границу с Турцией? Армения, проявляя такую политику, показывает, что насколько она потеряла национальное самолюбие и достоинство как государство. С другой стороны, безнравственно говорить об установлении экономических отношений с Турцией при наличии требований об осуждении Турции международными организациями. Такая политика не только аморальна, но и приведет к дефициту уважения к Армении в международной платформе. Баки Хабар ТВ, с вами была я, Улькер Фарманкызы. Не забывайте подписаться на наш канал и ставить лайки.